Разгрузить и без того заполненные медучреждения, а также сделать процесс вакцинации доступнее и быстрее для населения. С этими задачами теперь справляется новый пункт вакцинации в Центре профпатологии в Засвияжском районе. По словам главного врача учреждения Елены Фалиной, в новом пункте соблюдены необходимые правила. Установлена морозильная камера для хранения вакцин, есть склад для изделий медназначения, нанесена специальная разметка. Уровень заболеваемости продолжает быть высоким, и поэтому вакцинация, конечно, это главное оружие против этой инфекции на сегодняшний день. Открытие пункта вакцинации – это обоснованно и необходимо. А это, конечно, поможет поликлиникам территориальным, которые с огромной, колоссальной нагрузкой работают, в какой-то степени разгрузиться. К организации прививочного пункта в Центре профпатологии подошли основательно, на кону здоровье людей. Все пространство разделили на зоны для ожидания процедуры, заполнения документов и анкет, осмотра врача и вакцинации. Потоки посетителей разведены, чтобы не было скопления людей. Вера Мыльникова, жительница Ульяновска, решила вакцинироваться в первый день работы пункта и не пожалела. Признается, что весь процесс занял немного времени. Хотя ковидом она и не болела, но привиться все-таки решила, чтобы обезопасить себя и своих близких. Ну, как бы я опасался в связи с тем, что у меня несколько заболеваний на почки, на легкие. Но вот терапевт, она, в общем-то, сказала, что противопоказаний, в принципе, нет, если на данный момент у меня нет никаких простудных как бы заболеваний. То есть она мне давление измерила, посмотрела, легкие послушала. И сказала, можно делать. Ну, вот сделала. Быстро. То есть я заполнила анкету, ну, подождала минут 5, и вот как-то быстренько-быстренько в один кабинет, второй кабинет и укололи. Прививочный кабинет в Центре профпатологии на улице Богдана Хмельницкого работает по будням с 12 до 17.00. Для вакцинации каждому гражданину необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. По последним данным, в Ульяновской области уже привито более 500 тысяч человек первым компонентом вакцины и 350 тысяч полностью вакцинированы. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.